мы обсуждали в этой студии вопрос о том, будет ли администрация Байдена вводить против России еще более жесткие санкции. Что вы думаете об этом? Думаю, что, как и в случае «Северного потока-2», позиция США в целом не изменится, но от администрации Байдена можно ожидать усиления санкций, существующих санкций, которые могут быть потенциально расширены, как, например, в случае с Белоруссией, когда многие выступали за расширение санкций, так и в случае, связанном со вмешательством в американские выборы или в выборы в любой другой стране. Конечно, санкции могут быть усилены и расширены, однако это далеко не единственный инструмент, имеющийся у Соединенных Штатов. Нам также необходимо заручиться поддержкой и усилить сопротивляемость стран непосредственных соседей России, таких как Украина, Молдова, Грузия. Мы должны всячески способствовать их продвижению по пути демократии и помогать в переходных процессах, результатом которых должно стать усиление трансатлантического сотрудничества.